должны брать на примерку костюм, который будем брать для Ромашки на праздник, садик в аренду. В этом году нам была непростая задача. Нам нужен был костюм гнома или эльфа, да, помощника Деда Мороза. Мы обошли все магазины в нашем городе. Мы перешерстили все Авито. Нифига нигде не могли найти. И вот ВКонтакте нашли прокат. Девушка шьет сама. Вот, идем к ней, возьмем костюм на примерку. Покажем вам потом дома, что там. Сейчас возьмем костюм, потом пойдем на почту за посылкой. Погнали! Погода жесткая. Ветер вообще трэш. Очень сильный ветер. Дороги скользкие. Нельзя, пожалуйста, вообще слышно будет с таким ветром? Руки прям сразу замерзают. На руки, лицо уже все отморозило. В общем, взяли костюм. Два размера дали, по-моему. Получили посылку вот здесь. Вот это хорошо, девушка живет рядом с нами прям. Между нами и почтой. В общем, мы тут за 10 минут двух зайцев одним махом убили. Посылка это для тещи, почините ей телевизор. Потом я на процесс починки сниму на видео немножко. Сейчас пойдем до Сбербанка еще. Надо оплатить квитанцию, снять деньги. Ну и в магазин зайдем по пути. На улице вообще очень холодно, ветер просто ледяной. Я вообще надеюсь, что меня там слышно. Потому что не удивлюсь, что с таким ветром вообще не слышно. Щеки все отмерзли. Хотя всего минус 8 показывает. Ну и ветра. Ветер такой прям, как в Питере, наверное. Такой мощный. Нам сегодня, кстати, передавали даже это. Ну, присылали сообщение, что очень сильный ветер будет. Пришли, оплачиваем квитанции в Сбербанке. Такие витрины красивые. Цветочный магазин. Просто нереальная красота. Я тоже таких хочу солдатиков где-то найти. Они, кстати, продаются вон 28 тысяч. Всего лишь. 28 тысяч? Нет, тогда не хочу. Шарик на елку 340 рублей. Будешь представить, сколько оленей стоит. Тоже 1030, наверное. Девушка внутри сидит, книжку читает. Красота, никого нет, тишина. Вон Дедушка Мороз. Тут они коней, ребята, они, видимо, все продаются. Ну, тут тоже отвернут. Ой, это такие настоящие растения. Армия медведей. Медвежий полк. Там еще. Там уже сзади цветочки. Типа щелкунчики видно. 28 тысяч. Прическа огонь. Ярочка, он тоже стоит. Мы, короче, идем сейчас за салатом. Кате захотелось оливье купить. Да, готовое. До Нового года еще 2 недели, считай, даже чуть больше лень не ждать. В общем, готовый салат будем покупать. А тут вход получается уже, нет? Ну, или что? Всегда там, я не знаю. Тут дверь. Да нет, тут не может быть вход, тут все будут ходить, выходить. Мы сделали с этой стеклянной витриной полностью, тут же было закрыто стеллажами, все точно. Тут все стеллажами было закрыто, ничего не видно. В общем, в Сигму идем, в Лотос. Оливье 33 рубля за 100 грамм. Сейчас салат неженка, салат мужской капристик. О, ничего себе. Давно не видел макароны по 10 рублей, он за 100 грамм продает. Калиточки. Салаты вышли по 100 рублей. Какие-то булочки он с очень с творогом. Я же показывал. И что ты показывал? Я не видел. А, ты хочешь купить? Пиццы.
вот 19. Так, салатиком возьмем вот такую булку. Лепешки с тандыра. Еще только-только сделали. Взяли еще булки по 12 рублей, вот эти с маком. Вот это по 19. Мы зашли в Магнит Косметик. Да, надо такой... пару штучек купить. Я, если честно, пока не знаю, что мы ищем. Смотрите, что нашел. Гель для душа 28 рублей. Как думаете, как оно? Тут 99. Это жидкое мыло, причем такое. Мы обычно вот берем вот такие. Либо фа. Роскошь масла, оно реально прям как будто масло. Да, вот это прикольно. Но уже надоело. Хочу такие баночки купить, но пока не знаю для чего, поэтому еще не купили, но они прикольные. В общем, там резинка стоит. Это тоже прикольно, ну что-то цена такая дороговато. Жесть, полы грязные. Хода нет. Не прохода нет, а хода нет. Хода нет. Это типа под сортими. Это после как она такая же синяя есть банка-то. Мистер какой-то там, по-моему. Нет. Нет такого сорта. Заглянуть я позову мистер какой-то. Причем тут Ивлев и кондиционер для белья. Ну что, эльф, выходи к нам. Вот такой костюм, ребят. У нас получился. Ну, как у нас получился, в смысле, такой костюм мы будем брать на праздник. Да, Ромашка? Ну, подойди сюда поближе-то. Вот там. Смотрите, стоит. Какой... Иди сюда поближе. Колпак очень крутой, повернись боком. Мо... Звенит, да. Шелковый костюмчик. Ботиночки такие. Причем сверху своих одеваться очень удобно. Нам дали два размера штанишек, два разных колпачка на выбор, в общем. Вот. Ну, этот как называется. Нам один подошел, просто идеально. Завтра будем обратно возвращать. Но теперь уже спокойно, что на утренник мы спокойно возьмем этот костюм и... А так, ребята, мы вот еще... Я забежала в Магнит еще, в продуктовый. Пришли домой. Вот мы купили в Сигме, да, ну, вы уже видели. Колоб картофельный, там по 19 рублей, кажется. Булочки такие тоже с помадкой, с маком, по 12 вроде, ну там на видео видели. Лепешечку, салатики, оливьешки. Я взяла себе и Иванушки тоже. Пирожные вот эти, ребят, я вообще безумно люблю эти пирожные, клубничка. Но я их не видела, реально, я не знаю, года, наверное, уже 2-3 нигде просто. И я сейчас их увидела, я была вообще в бешеном восторге. Я надеюсь, что это... Та же клубничка, что и раньше была. Но этот, как его... Не знаю пока, в общем, буду пробовать с чаем, потом вам расскажу. Они по цене, что-то я не помню, сколько... А, во, 174,90, 175 рублей. В общем, попробуем. Если это та же самая клубничка, то будем туда за ней всегда ходить. Вот. Так, еще в Магнит Косметик зашли. Купили на пробу кошки корм такой. Все сейчас очень в последнее время хвалят его, мираторговский корм. С говядиной, с курицей. Он там сейчас по скидке вообще там по 90 рублей, что ли, 300 грамм. Взяли два вида на пробу. Но все, кто мне знакомы, брали, сказали, очень хорошие вообще. Так, в Магнит забежала, взяла сухариков на вечерок погрызть, всяких разных. Кетчуп взяла по акции 100 рублей. Тут Ромашка яйцо помялось уже. Взяли еще 4 новогодних подарка киндер. Потом покажу, уже спрятала. Тоже по акции детям на Новый год.
тоже там по скидочке, по хорошей. Ну, вот как-то так. Сейчас пойду детей спать укладывать. Вот, потом... Может, еще вам что расскажу, покажу. Не прощаюсь. Итак, ну что, ребят, дети уже заснули, и я решила показать вам подарочки, которые мы купили. Достала вот один. Вообще, мы купили 4 таких подарка Kinder Maxi Mix. Сюда в каждый подарок входит, значит, Kinder Surprise 1 яйцо, Kinder Maxi шоколад 3 штуки, Kinder Country батончик 2 штуки, Kinder Bueno батончик 1 штука и Kinder шоколад 50 грамм 1 штука. Мне вообще всегда очень нравились подарки эти киндеровские. Не люблю, знаете, где просто в пакете куча конфет разных набросано, непонятных. Из таких подарков у нас практически всегда 70-80% конфет остаются несъеденными. Очень обидно. Вот, поэтому мы всегда покупаем такие подарки. Киндеры, фрутеллы, ну, что-то такое. С мармеладками, с шоколадом. В общем, с тем, что знаем, что дети у нас точно едят. Вот. Набор вообще, типа, у него цена изначально в магните 699 стояла, но сейчас по скидке 469. Вот мы 4 штуки таких купили. Вот. Помимо этого, мы купили на почте еще вот такую интересную штучку. Письмо Деду Морозу. Вот, будем с ромашкой писать, да, тут вот куда, город Великий Устюг, дом Деда Мороза, от кого, тут ромочки надо будет вписать, тут вот, здравствуй, дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе, мне столько-то лет, я живу там-то, там-то, больше всего я люблю, когда я вырасту, я стану, в этом году происходило много интересного, вот, и тут, в общем, пишет, что хочет попросить в новом году у Дедушки Мороза, потом рисует рисунок для Деда Мороза. Здесь есть интересные еще всякие задания. Вот тут найди 10 отличий. Здесь расшифруй, прочитай пословицу. Здесь вот, да, под картинками зашифрованы буквы. Здесь посчитай предметы и впиши их количество в кружочки. Сюда вот. Здесь помоги медвежонку пройти лабиринт. В общем, вот такая интересная штукенция, да. И всего 61 рубль стоит на почте России. Вот, есть еще там письмо Снегурочки, письмо от Деда Мороза. В общем, всякая такая всячина. Вот, нам понравилось. И купили еще носочки новогодние. Это вот ромашки, да, тут Merry Christmas, 69 рублей. Это мы нам с Яриком купили Merry Christmas. Тут вот такой классный Дедушка Мороз с подарками, с елкой. И тут тоже... Вот. Что-то не подумали, что надо было папе нашему тоже еще купить. Но в следующий раз пойдем в этот же магазин. Купим еще. Такие они прям классные. Плотные, мягкие, красивые. Вот. Если вам слышно храп на заднем плане, то это у нас там Денюшка храпит, спит. Вот. Так что как-то так. Ну, в общем, все. Ребята спят. Я ванну набрала, сейчас пойду мыться. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.